Итак, жители Ютуба, здрасте. Сегодня у нас, ё-моё, какое у нас сегодня число точно? 27 января, вот, точно. Вроде как среда, точно среда. И сегодня у меня три посылки. Забрал я их вчера вечером. Вот такой вот конвертик. Вот такой конвертик и вот такой приличный по размерам конвертик. Здесь написано, что какой-то AirPick. Честно, не помню, что это. Gift. В принципе, весом 0,06 кг, 0,76 долларов. Мне ко мне для меня. Почтой Малайзии. Сибовский трек. Интересно, посмотрим. Потом там посмотрим. Так, вот это у нас тоже мне ко мне для меня. Lipo Battery Tester. Ага, $0.5 стоимостью. Это я уже, по-моему, по нему даже спор открыл. Какой-то TM трек. И вроде даже продавец принял уже. И третья посылка также мне ко мне для меня. Заклеена нашим местным треком Light Fittings. Весом 0,081 кг, стоимостью $1.85. И первую я, пожалуй, разверну тестер для пошек. Кто не знает, что такое липошки. Это вот такие вот аккумуляторы. А нет, стоп, это литионные. Липошки. У меня тут даже нету. А, вот, по-моему, вот это вот липошки у нас. Да, липо, литий-полимерные. Тестер вот этих вот аккумуляторов. Посылочки больше ничего нету. Внутри... Коттедж. Хорошенько скотчем заклеили пупырку. Вот такая вот небольшая штучка. Довольно-таки очень маленькая. Я точно не помню у нас характеристики его. Но это... Ага, вот оно. Lipo Battery Voltage Tester. Low Voltage Buzzer Alarm. Тестер напряжения литий-полимеров с пищалками. Вот они, пищалки. При низком заряде оно говорит, идите нафиг. Так, здесь плюс, здесь минус. А это шкала. В общем, ладно, разберемся. В интернете я видел все-таки видео, что с ним делать. Собственно, поэтому я его и заказал. Вот такой тестер липошек с бузером. С бузером. Бузеры эти потом выпаиваются. И, по-моему, на их место то ли конденсаторы, то ли перемычки просто ставятся. Точно уже не помню, надо найти это видео и пересмотреть. Может быть, даже приложу к своему видео ссылочку на то видео. Вот, а пока прервемся, пожалуй, работать вызвали. И продолжим. Так, следующая у нас посылочка. Пускай будет вот это вот. AirPick. Здесь проклеено скотчем. Видно, что вскрывали. Так что AirPick'ов тут может и не быть. Скотчем заклеено поверх этой вот. И видно, что вскрывали. Даже так, да? Сибовский трек у нас. Искали полезности в моих бесполезных посылках. Открыли, посмотрели, убрали. Ага. Что за AirPick, я что-то не понял. Но это вроде как что-то типа брелочков. Под сверлом, может быть. Потому что было что-то подобное у меня. 3, 4, 5, 6, 7.
8, 9. Десятую сперли. Так вот. Что-то еще выслали. А, сережки выслали нам. Сейчас посмотрим. Они у меня где-то в конце всех заказов. Может быть, даже спор уже открыл. Потому что я помню, давненько их жду уже. Если это они, конечно. Так, больше нет результатов. Ага. Вот они. 4 в 1 Multifunctional Golden Opener Screwdriver Mini Steel Airpick. Господи, язык сломаешь. И по-русски не пишут. Хотя нет, 9 штук, действительно. Отличный миниатюрный мультитул. Пришли в полной комплектации, без зазубрин, что очень важно. Ага. 9 штук все-таки, не сперли. Я думал, 10 их было. Заказывал 1 декабря. Уже 2 месяца как прошло. По 5 центов штука. Сейчас по 20, почти 5 рублей. 45 центов за них отдал. Но что-то я не вижу, чтобы здесь были насадки. Это надо самому еще придумывать, наверное. В принципе, можно обычную тонюсенькую какую-нибудь отверточку. Ладно, хорошо. Заберем все 9 штук. Ну да, тут фото на память. Я тут уже было хотел огорчить продавца спором. Как это так? Это вот приехал у меня, значит, чудесный мультитул. 9 штучек там. Ну вот. Смотрю, ну, ручечки-то вроде на месте. Все вроде как есть, но... Вкручивать-то в них что? Сверло или свое чудо-юдо? Ну, вот он, да. Распаковал я его только что. Тут так, посмотрю, картинки смотрю. Значит, народ... Показывают, что есть. Есть они все-таки насадочки? Есть. Ну, думаю, что ж ты будешь делать-то? Неужели повытаскивали? Потом подумал, ну не должны они быть в пакетиках отдельно. Тут мне что-то в голову стрельнуло. А на кой черт у него такая длинная ручка, когда можно положить все вот эти вот насадочки вот сюда? Так что, в целом... Идем, все-таки есть 4 насадочки. Это шило, ложка-поварешка, отвертка плоская и отверточка крестовая. Так что все в комплекте, все пучком. Спор открывать не буду. Едем дальше. Так, положим их, наверное, обратно же. Где у меня? Вот он, конвертик полувскрытый. Я не знаю, зачем вскрывали. Посмотреть, наверное, что за такое, что за погремушки. Видимо, интересно было кому-то. Вот. И открываем, собственно, последнюю посылочку. Вот так вот аккуратненько по краешку. И смотрим. Ага. 2 штуки драйвера. Заказаны относительно недавно. Трек нашим ру заклеенный. Был 0.25. Не трековый. Где-то оно здесь практически в начале было. Стоп, проскочил. Или не проскочил. Вот они, да. $1.89 за них отдал. Каждый стоил по $2, был купон на $2. Ну, еще 47 дней. Ну, якобы отправлено по воздуху. Хорошо, ладно. Посмотрим. Ну, это 6,12 вольт. Водитель 3 ватта. Все хорошо упаковано. Подключить пока не пробовал. На выходе стоит разъемчик. На входе свободные кабеля. Ну да, в принципе. Так, на входе или на выходе? Сейчас посмотрим. Что он записал? На входе свободные кабеля. Ну, вот эту в розетку. Вот это подключается, собственно, световую ленту. Светодиодную.
Так, это у нас 10-27 вольт. Как регулируется, непонятно. Может быть, внутри регулятор. А, написано in-out. А это 6-12. Я под купон подбирал, как раз, чтобы драйвера у меня были. Вещь в хозяйстве нужная, пригодится. Ну, в принципе, на этом все. Три посылочки быстренько у меня кончились. Подписывайтесь, ставьте лайки. Вступайте в группы. Все ссылки будут в описании. Все, всем пока, всем счастливо и до новых распаковок. Драйвера я тестировать не буду. Банально пока что не на чем. Все, всем пока, всем счастливо. Подписывайтесь. Пока.